Да! Есть! Вынес кактус. Фу! Так, сейчас меня это заставило немного попотеть. Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в новый видос по Бравл Старсу. Вы, наверное, сейчас смотрите на мой задний фон и думаете, ты вообще сошел с ума, ты просто рехнулся. Я записываю этот ролик в палатке. Я записываю этот ролик в палатке в США, чуваки. Так что вы должны поставить лайкос. Я записываю в полевых условиях, в прямом смысле этого слова. Я нахожусь на какой-то площадке непонятной и записываю для вас ролик. Только я так могу. Так, окей, будем играть сегодня в новое событие. Силовая гонка, захват кристаллов, вагонетка без тормозов. Буду играть за Сэнди от Нубада Про, поехали. Нажимаем с вами играть и отправляемся на нашу первую каточку. Мне очень непривычно видеть себя в таком желтом оттенке моего. Волосы желтые. Вы думаете, подойдет мне желтый цвет или нет? Так, хорошо, мы с вами начинаем эту каточку. Надеюсь, у меня не будет вылетать инет. Я пытался уже для вас записать, но в палатке плохой интернет. Хотя, смотрите-ка, вроде норм. Отличный Wi-Fi в палатке. Я не вышел из ума. Я вам отвечаю. Просто единственная возможность для вас записать ролик. Потому что я сейчас нахожусь просто в попе мира. Убил, убил, убил! А, черт, меня тоже вырубили. Так, тактика игры за Сэнди. Если я не ошибаюсь, за Сэнди нужно атаковать издалека. Я думаю, что мы с вами сможем затащить нашу первую катку в силовой гонке. Тут Бо пока что отстреливается. Слушай, на самом деле, вроде норм. Так, Бул. Бул меня впритык убил. Вот же ж, блин, а. Как же мне можно нормально отыграть? Пока что меня выносит просто каждый. Просто пока не получается. Так, брошу сюда индис. И давай, 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 давай. Була, 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 була. Блин. Да елки-палки, когда я научусь нормально играть в Бравл Старс? Объясните мне. Когда произойдет тот самый момент, когда я смогу играть нормально с мобайла. Так, ворона вынесу. Да вот иди в баню, а. Лего против Леги. Кстати, интересный факт про Сэнди. Сэнди это мальчик. Я только недавно это узнал, для меня это было большим открытием. А, нет! Черт, пушка, пушка! Блин, прям возле меня он ее закинул. Блин, безумно лагает, если честно. А, щит! Убейте Була. Красавчики. Мне кажется, или это не у меня лагает? Мне кажется, или это просто другие чуваки лагают немного. Так, ну все, будем стоять здесь под инвизом. Моя пассивка позволяет мне хилиться, так сказать. Ай, блин, чертовая вагонетка. О, нет-нет-нет-нет. У меня не получается нормально играть за Сэнди. Я думаю, что я слишком сильно привык к эмуляторам. Оу! Ворон использовал свое отравление. Вынесли ворона. Сейчас вынесем с вами. Так, палаточка моя любименькая. Хилка, 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 идет хилка. Подхожу поближе. На, на, на! Убил ворона! Нормально! Наша команда ведет! Мы вырываемся вперед. 15 кристаллов, Убо! Откуда у тебя столько? Ну, видимо, один бой решил просто затащить катку. Ладно, подставлю свое тело, чтобы выиграть. Используем инвиз. Так, опять пошел отхил. И все, мы выиграли. Бой окончен. 18 кристаллов у нас. Звездный игрок у нас краб. Не знаю, чем отличается это событие от других событий, но дали 30 силовых очков. Ага, списки лидеров. Смотри-ка, глобальный 120 очков всего. Немного, да? Местный 99 очков. Испытай себя в силовой гонке. Сражайся в трех боях каждый день и продвигайся к вершине сезонного списка лидеров. В конце сезона ты получишь звездные очки за набранные в сезоне очки и место в глобальном списке лидеров. До конца сезона 14 дней. Оу, это интересно. Так, ну, хорошо, погнали. Погнали еще раз сыгранем, почему нет? Я думаю, что сегодня я смогу войти в топы мира. Прикинь, если я сегодня возьму топ-1. Так, ну все, тогда будем играть с вами по-нормальному и по-серьезке. Так, а, вагонетка долбанная! Беги, беги, беги! А, да черт! Шелли, ведьмочка ты такая, а, зараза. Так, идет Эль Прима. Эль Прима отбиваем. Давай, Эль Прима. Оп, вынес Эль Прима. Отходим. Шелли, Шелли использовала, кажется, свой ульт и убила меня. Так, захватим с вами сразу же мид. Пусть нас этот звездный клон понемногу спасает. Не-не-не-не-не. Опа, получай. Отхилка идет. Просто шикардос. Все кристаллы растеряли. А! Нет! Нет! Да елки! 50 хп у меня всего оставалось. Камон! Я ничего не мог сделать против Динамайка. О, как мы ее красиво вырубили, да? И сейчас Эль Прима использует свой прыжок, и мы сейчас всей толпой Эль Прима грамотно использовал отхилку. Очень вовремя. И Динамайк, конечно же, попал по мне. Блин, вот надеюсь, кто-нибудь додумается собрать все эти кристаллы. Пожалуйста, додумайтесь. Давай, иди на пролом. А, щит. Вот отстой, а. Надеюсь, я не потерял свои силовые очки. Сколько я их потеряю? О, я получил 5 очков. Ха-ха, я их не теряю. Меня это радует на самом деле. Игр большой гонки на сегодня больше не осталось. Чё?
Всего две игры я мог сыграть? А, понятно, не войти мне сегодня в топ-1 мира. Ладно, окей. Для того, чтобы хорошо научиться играть на персонаже, нужно пойти сразу же в ШДшечку. И в ШДшечке уже потихонечку набивать себе скилл. 5 из 10 игроков, 4 из 10 игрока. Чё? Почему они так медленно набираются? Это что, шутка что ли? Фу, я думал, этого никогда не случится. Я примерно как Эмс. Да, кстати, я могу сравнить Сэнди с Эмс. Так, нет, мне нужна отхилочка. Я ни с кем пока не батлюсь. Ну, бо. О, вот он прям напрашивается. Да, убил его. Что он ждал? Так, сейчас Карл Кирочку будет использовать. А, нет, все, Кирочке конец. Отлично, забираем. Так, там у нас Пэм. Сколько? О, щищ. Это не есть хорошо. Использую ульт. И идет отхилка. Я занял эти кусты. Перебегаем в другие. Я буду сидеть здесь. Пусть он думает, что я в тех кустах сижу. Ха-ха. А я посижу, пожалуй, здесь. Мне здесь хорошо, мне здесь тепло, мне здесь комфортно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Как же он распуливает-то, а? Смотри-ка, Биби. Биби, она, наверное, пойдет в мою сторону. На! Хорошо пошло дело. Блин, вдвоем на меня напали. Ну, очень надеюсь, что... Я хотел сказать, что Биби выиграет, но нет. Выиграл Бо, он расставил свои ловушки. Получил звездный жетон, занял 3-е место. Пока что получается так себе. Но почему так игроки-то медленно ищутся? Я не понимаю, что с Бравл Старсом произошло. Я в самолете провел сколько? 12 часов. И за эти 12 часов Бравл Старс сошел с ума, видимо. Резко потерял всех игроков. Произошел апокалипсис. И либо Бравл Старс работает только у меня, и это все боты. Вот такая вот странная теория. Так, кто у нас там? Там у нас Джин. Изи пизи, лаймин сквизи. Так, 3 паура. Блин, как же хорошо лутаемся-то, а? Главное, еще пару сундучков сломать. И все, и на этом будет достаточно. Убил его. Минус конкурент. Уже есть 7 пауров. Смогу ли я 10 собрать? Собрал 9. Преследую Рика. Давай, выходи от Седова. 10 пауров челлендж. Как думаете, смогу ли я это выполнить? И я думаю, что получится. О! Отхилка! Убил. Блин, у меня хп почти не осталось. Прикинь, они меня вдвоем зажали. 13 пауэров. Ну все, это 100% победа. Если я сейчас залажаю, то я дурачок. Не, ну реально, как можно проиграть с 13 пауэрами? Если они объединятся, то да, возможно, я проиграю. Ладно, убиваем. Остался последний. 14 пауэров есть. Давай, кто ты? Это, наверное, какой-то ближник, раз он сидит и до сих пор не палится. И где он мог спрятаться? Неужели в правом нижнем углу? Ты где, ты тут? Нет, его там не было. Чё, может быть, он от меня убегает в других кустах? Я не понимаю, где он. А, он там, наверное, засел. Вон там вот. Опс, Мортис Рип. Не успел выбраться из этого тумана. Фу, победа, ты лучше всех. Мой первый топ-1 за Сэнди, чуваки. Первый топ-1. Может быть, даже сегодня смогу апнуть целых 100 кубков на Сэнди. Это не так уж и сложно. Блин, а я ведь поначалу удивился. Я вижу, что в силовой гонке на первом месте чувак, у которого 120 кубков. Я такой думаю, блин, нифига себе. Может быть, я смогу в топ-1 мира ворваться? А вот фиг там плавал, да? Нужно было играть все дни. Нужно было начинать играть вчера вообще в этот режим. Но поскольку разница во времени, и плюс я в самолете находился, и плюс очень уставший был, и плюс ко всему у меня был джетлаг, то, к сожалению, не получилось. Ладно. Буду преследовать. Вот где-то вот здесь, вот прям вот здесь. Нет, знаешь, я не хочу туда идти. Что-то мне подсказывает, что там пахнет смертью. Блин, мы будем, видимо, играть чисто по кустам. На! 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 Почти убил! Последний выстрел! О, да! Ебой! Мы сейчас побатлимся с Булом. Не, Бул, все. Бул Рип. Используем с вами отхилку. О, да-да-да, пусть они батлятся друг с другом. Сейчас убью Мортиса. О, да, убил. Он меня не успел сдамажить. И где же она? Буду делать вид, что я ее не вижу. Ха-ха. Блин, а ведь Роза хорошо дотягивается на самом-то деле. Так, ладно, займу мид, пока не поздно. Давай-давай-давай, беги от меня, Роза. Я хочу, чтобы ты от меня убегала. Ха-ха. Все, я убил Розу. Мой второй топ-1. И за мной даже наблюдал, видимо, мой подписчик. Поэтому все не так уж и плохо, как вы думаете. 7-й ранг. Блин, осталось всего лишь 11 кубков. И этот долгожданный топ-1 за Сэнди. Очень интересно посмотреть на Сэнди, как она будет играть в призрачном режиме. Призрачном ШД. Если его, конечно, еще не убрали. Все, добиваю. О, да.
А ведь Леон мог меня спокойно вынести, если пару раз точно по мне попал. Оп, там кто-то в кустиках был, я знаю. Где ты? Ты где-то тут. Ладно, я не буду собирать, пожалуй, этот сундук. Я просто буду выжидать. Он же рано или поздно выбежит. Либо там реально никого нет. А, черт, я начинаю сомневаться. Что же делать? Что же делать? Идти или не идти туда? Так, убил, убил, убил. Хорошо сработано. Там у нас Мортис. Минус Мортис. Спасибо тебе за сундук, что засейл его для меня. И собрал за меня этот пауэр. Блин, я ведь могу просто спокойно ворваться. Чё я боюсь? Хотя три выстрела и все, я труп. Ладно, пытаемся с вами перебежать сюда. Чуть не попало ведь. Рано или поздно Пайпер вынесут. А я буду жить. Голодные игры. Так, убил Пайпер. Такое, знаешь, тихое убийство. И минус Карл. Нарвался. Нарвался так нарвался. Получил, что заслуживает. Остался всего лишь один кубок. И все, чуваки. Это 100 кубасов. После этого пойдем с тобой поиграем в призрачный ШД. Кто это тут у нас бегает? Тут у нас бегает... О, Пенни. Сори, Пенни. Тут лагучий Дэрил. Вынес Дэрила. Еще плюс 2 пауэра. Хороший фарм пошел. Будет прикольно, если я соберу 15 пауэров опять. Повторю свой триумф. Хотя уже на 100 кубасах враги немного другие. А ладно, чё, я сломаю этот сундучок. Опа! Еще плюс 1 пауэр. Уже 7 пауэров. Ух, вынес. Он не успел поставить ловушки. Вот где-то здесь был Бо. Истратил все, так сказать. Ну все, остался только Дэрил. Ладно, выношу Дэрила. Готово, 10 пауэров и опять топ-1. Так, ну что ж, 100 кубасов у нас есть. Давай мы с тобой сыграем в призрачный ШД и попробуем там взять топ-1. О, на миду очень много сундуков. Ладно, окей, будем на миду собирать. Пока не поздно. Раз, два, три. Давай, ждем Джина. А, нет, Wi-Fi! Да, убил его. Фу! Так, еще один Джин, который попытается меня задамажить. 100%! А, нет. Он, видимо, этого не сделает. Он зацепил меня. Я периодически забываю, что здесь нужно очень хитрым образом играть. Так, у меня идет хилка. Хорошо пошло дело. Вынесем. Вынесли, вынесли, вынесли. Опа! Кактус. У меня есть ульт. Это хилка. Вы помните, да? Блин, все равно наносит урон. Да! Есть! Вынес кактус. Фу! Так, сейчас меня это заставило немного попотеть. Хорошо, последняя катка. Так. Кто у нас там? А тут у нас Дэрил. Дэрил, который попадается под мои удары. Хорошо, попал. Придется кого-то из них вынести. Причем сделать это быстро. Ладно, попал. На 1500 урона попал. Хорошо, хорошо, хорошо. КП вообще нет. Все, пошла отхилка. Убил! Осталось у нас здесь Тара только. Давай на меня. Блин, хорошо по мне попало. Черт, она сейчас еще своего теневого клона заспавнит. Целится. Зараза-то ты такая, а? Еще целишься в меня. О, блин, не зацепил. Все, теперь 100% столкновение. Есть! Фу, как же я запотел. Ну что ж, чуваки, на этом мой видос подходит к концу. Огромное спасибо, что посмотрели его. Это у нас был летсплей с палатки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.